Уличный спорт вне сезона. В морозную среду в областном центре установили еще один комплекс силовых тренажеров – спортивную парковку. В этот раз в сквере перед домом «Кораблем». Место предложили участники молодежного форума «Олимп». Рядом школа и университет. От желающих позаниматься не должно быть отбоя. Эта площадка вторая в городе. Первую установили летом на пересечении Шереметьевского проспекта и улицы 8 марта. Конструкция сразу понравилась жителям Иваново. Администрация приняла решение поставить еще несколько в разных точках города. Тренажерный комплекс называют мобильным. Его легко установить и перенести при необходимости в любую точку города. В будущем мы планируем в этом году закупить еще 2-3 комплекса и в следующем году установить на площадках нашего города. Мы выбираем, чем мы руководствуемся при выборе площадок. Первое, в центре города мы хотим, чтобы это было доступно и это было публично. Потому что самая лучшая реклама – это живая реклама,